Блин, ну и мороз. Где можно перекантоваться-то? Опа, мне повезло. Отель Сыра. Надо посмотреть, есть ли там кто. Отлично, главное никаких котов. Блин, кого там хер принес? Какие гандоны меня заставили так рано вставать? Кто там? Кто стучался? Верните меня назад! Паладина-то какая? Ой, блин, мое одеяло превратилось в Дэфи, ну ай! Ну найду этого бомжару, я ему хвост оторву. Ну сейчас кому-то Гитлер капут будет, только я доберусь до тебя. Ой, ни хрена какой тут выбор, куда бы мне запрыгнуть-то, а? Перекантоваться. О, это мой размерчик. Ох, я тебя и найду, только оттай, погоди у меня. Самая крутая хата в мире, потому что я один. Ни хрена он там себе припух, хорошо устроился. Как же тебя туда вытащить-то? Ну, раз хочешь сидеть, ради бога, сиди, только в туалет ты не выйдешь. Да чё он ко мне пристал? Я сидел спокойно в сыре, никого не трогал. И последний стрижок. Ой, ну я и дурак, что я наделал, ай-яй-яй, всю задницу отбил. Ё-моё, где это я? Пачка, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Этот балерун чокнулся, ну ладно, посмотрим. Танец был просто незабываемым. Ха-ха-ха. Надо выкидывать, а то завоняет трупик. Блин, а если меня его призрак будет преследовать? О, ничего не поделаешь, придется воскрешать. Кошачья валерьянка. Вай, ёпта. Сколько ж там градусов у твоей валерьянки? Дружище, давай плясать, я готов. Походу, его тебе надо почаще поить моей валерьянкой. Фух, как же я устал, мужа, хватит. Давай бегай, тебе худеть надо. А куда это мы побежали? Ай! Рот закрой, а то муха, не дай бог, еще залезет, насрет. А куда это ты побежал? Я с тобой еще не закончил. Влазь. А-а-а! Ох ты, зараза! Ой, на кого, только не на этого хера наткнуться, не дай бог. Иди сюда, где ты, я тебя сейчас поймаю. Какого хера меня разбудил? А, еще что-то про меня говорит, сам пускай худеет. Достану на части, разорву. А ты что радуешься, я тоже тебя сожрать могу. Эй, отвали ты от меня, иди ты, кота лови. Ха, отвлекся. Додик мохнатый. Надо валить. Эй, запрыгивай, у нас же с тобой одна теперь проблема. Иду. Стой, ты куда? Держу. Во, блин, чудовище мохнатое. Ну что, давай мириться. Ага. Ой, спокойно ловлю. Только слезьте, обоих сожру. Слышь, ты кем себя возомнил тут? Слышь, у меня идея, как этого мохнатого выгнать из хаты. Эй, дятел. Охренел. Ты хотел мой зад? На, держи мой зад. Я ему устрою, сраной метлой бабка его выгонит отсюда. Стаканчики заодно крутанем. Ну что, блюдище, готов вылететь из этой хаты? Догони! Да блядь, чё хуй? Что тут происходит? Ах ты сука, блядь. В будку, сука, пойдёшь мне нахуй. На улице, блядь, жить будешь. Пидорас, блядь. Надо валить, пока этот сраный додик меня не заметил. Ну вот, опять началось одно и то же. Ай, бум-бум, даже возить нормально не умею. Тебе заняться нечем? Ловим рыбку. Где ты так нажрался, что я тебя поймать не могу? Ну, сраный бобыль. А, я ему сейчас письмецо напишу, ответное. Ты гандон. Что? Ну пока, я пошел на прогулку. Ну если я тебя сейчас поймаю, точно хвост оторву. Чё за... А, здорово, пацан, как поживаешь? Ну ладно, ищи еду, я не буду мешать. Чего? Блин, так не хочу целоваться, придется. Ай, ты такой классный. Я тебя полюбил с первого взгляда. А ты иди нафиг. Чего? Ну-ка, лапы свои убрал от моего мышонка. Чем же тебя посолить или так сожрать? Сперва в лавашек заверну. О, а теперь можно жрать. Че, опять ты? Да... Покоя от вас нету. Слышь, я тебя недооценивал, ты круче этого бомжара. Слышь, ты хоть домашний жрать можешь? Посиди-ка, отдохни, я сейчас кому-то урок преподам. Слышь, вообще ранцы попутал.
надо валить. Эй, я все вижу, ну-ка на место. Ну ладно, я подожду, пока вы закончите. Бомжар бестолковый пока сообразит. Слышь, отдал. Я не знаю, где... Ай! Два лоха, догоните меня. Слышь, я тебя сейчас догоню. Не суй морду, куда не просит. Ай, всю башку отбил, да ну тебя нафиг. Слышь, где он? Только после вас. О, давай деда спросим, где он. Где-то там. Окай. Эй, пацаны, вы не меня ищете? Так сначала поймайте. Ну я его сейчас, эй, лошара, ты куда меня потащил? Отдай, это мой ужин, отдай, недоделанный. Слушай, давай договоримся. Тебе ноги, мне голова. Слушай, пацаны, что-то как-то это все неправильно. Не, я не готов помирать, я еще молод. Сейчас мы тебя порубим на кусочки, быстро и легко. Слышь, ты, додик, нахрена тебе с этим котом делиться, с бомжарой? Тебе всего чего не стоит грохнуть этого бомжару, и мышонок твой целый будет. Стоп, не-не-не-не, я в тюрьму не хочу. Сейчас до хрена кровища будет, побои снимут. Ну что ты, тебе трудно сократить популяцию бездомных кошек? Ты бы сделал для всех услугу. У тебя же есть хозяйка? Ты же у нас натурал. Вот и отлично. Ты чё, больной? Сейчас по башке сам настучу тебе. Ну что, пацаны, попались? Теперь моя очередь вас сейчас отшлёпать. Держите, пиндюля. Ай, ай!